Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил учителя Юлию Моисееву и вручил сертификат на жилье по программе «Социальная ипотека». Тему продолжит наш корреспондент. Здравствуйте! Здравствуйте! Я к вам. Спасибо большое, я очень рада. Семья Юлии Моисеевой – это два человека. Она и сын. Егору 10 лет. Живут в двухкомнатной квартире. Жилье не свое. Просто знакомые пустили меня пожить. Сложилась такая ситуация, что нам с ребенком негде было жить. И мне помогли родители моих учеников через знакомых. О своем доме семья Моисеевых мечтает много лет, но вопрос до сего дня оставался неподъемным. Юлия говорит, что для нее участие в губернаторской программе – единственная возможность приобрести квартиру. Потому что, ну, как бы сейчас в современном мире ипотеки все не всем одобряют, но когда ты имеешь возможность пройти несколько этапов подачи документов, собеседования и победить в этом проекте, то вручается вот такой сертификат. В феврале Юлия подала документы, их приняли и утвердили. Потом было собеседование. На одно место претендовало два человека. Сегодня я приехал к вам в вашу скромную квартирку, вручить сертификат по социальной ипотеке, который у нас получают самые люди благородных профессий, это и врачи, и учителя. Я хочу вас поблагодарить в вашем лице всех педагогов. Ну, когда мы получили только письмо, мы уже прыгали от радости. А тут приезд губернатора я, конечно, не ожидала. Но, пообщавшись с ним, поняла, что он готов помогать учителям, что он нас слышит. И ощущение радости, полета, ощущение того, что сбылась мечта. Варианты Юлия начала подбирать еще до получения документа. Планирует приобрести квартиру 40-45 квадратов в новостройке, в Томилине или Краскове. Первым, кого Юлия Моисеева пригласила на новоселье, стал Андрей Воробьев. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.